Доходами Димы Билана заинтересовалась налоговая служба. В среду в его офис пришли с проверкой. Продюсер Билана Яна Рудковская паниковать не стала. Прессе она объяснила, что проверка плановая. И пока налоговая служба считала деньги певца, Дима с Яной отжигали на презентации своего нового альбома «Мечтатель». Перед выходом на сцену Димы Билана Яна Рудковская лично раздавала гостям новый альбом «Мечтатель», выпущенный на виниле. Таких пластинок всего 500, и в свободную продажу они не поступят. Пластинка только для друзей. Она выпущена ограниченным тиражом в Лондоне. Что-то в этом есть для меня магическое. Я бы и сама с удовольствием, если бы додумалась, выпустилась бы на виниле. Это сугубо раритетная штука, тот самый limited edition, как называют. Я просто сам собираю пластинки, и мне не хватало меня на пластинках, понимаешь? Поклонникам придется покупать новый альбом Билана на обычном CD. Всего 14 новых песен. Почти все Дима исполнил во время презентации. Одну из них с сестрой Аленой Билан. Хитом новой пластинки обещает быть заглавная песня «Мечтатели». Мечты самого Димы Билана, кажется, уже давно сбылись. Спел дуэтом с сестрой, выпустил на виниле альбом, привез в Россию Евровидение. О чем еще мечтать Диме Билану? Евровидение — это не Грэмми. Правда? Я думаю, Диме нужен Голливуд. Пока он еще молодой, он еще должен просто мечтать о наградах, все выше и выше. Зачем? Это же даже какой стимул международных. Какие они ему нужны, Билану, награды? Это тебе, знаешь, ты уже всем все доказала. А потом, когда уже его будет постарше, будет мечтать награды о том, чтобы... Хорошо, только чтобы за тобой на кладбище несли на подушечках. Дима мечтает, конечно же, о том, чтобы у него была очередная премия MTV. Как лучший артист. Их стало уже 7. Это первая мечта. И, наверное, мечтает еще найти ту самую, которая, наверное, где-то ходит и ждет, когда он ее найдет. Все это такая лажа, на самом деле. Мечтать нужно о том, чтобы постоянно находить в каждом, я не знаю, где-то какие-то двойные смыслы, постоянно все время чему-то удивляться. Вот об этом нужно мечтать. С вами Дима Билан. Конечно, мечтайте. Смотрите Ньюсбук на MTV и мечтайте вместе с ним.